Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock Infinite. Мы находимся на улице Колумбии. Город просто в печальном состоянии. Слышите, снайпер работает по кому-то. Нам вообще нужно совершенно в другую сторону, но я просто с открытым ртом в очередной раз отхожу и осматриваю, во что это все превратилось. То есть здесь теперь уже некое злорадство, потому что они этого заслуживают в полной мере. Особенно слои общества, которые жили наиболее благополучно, потому что жили они за счет цветных и прочих притесненных, которые сильно страдали. Теперь, получают, огребаются по полной программе. Но при этом... Че? Извините, закрыто. Ну, мы заметили. Но при этом и те тоже не правы, потому что они после того, как получили власть, они просто, как видите, тоже... Убивает женщин, детей и по полной программе вырезает вообще все коренное население верхних вот этих вот уровней Колумбии. Тоже маленько неправильно. Поэтому, по сути, что с теми, что с этими, пусть что угодно происходит, мне не жалко. Город сам на себя накликал. Кто где? Ой, опять пик. Ты ж сволочь. Я думал, у вас тут уже не осталось. Сейчас я тебя закручу в танце. Нравится? Живуч. Why бежит? Да, не ушел от моего карающего меча. Так, что еще? Нам, по идее, нужно сюда. Отсюда мы тоже придем туда, куда нужно. Но, значит, мы пойдем сюда, посмотрим. Эта фраза меня уже в такие приключения заводила в этой игре. Отмычек три. У меня три осталось. Ну что, последняя? Все, отмычек по нулям. Бутылочная. И здесь хоть что-то хорошее. Давайте качать жизни. Хотя щит давайте. Щит — это те же самые жизни. Неплохо по денежкам. Я, конечно, надеялся, что в этих местах будет побольше именно аудиодневников, которые рассказывали бы нам о том, что происходило. Ну да ладно. Это так все понятно. Ворвались, всех убили, окна выбили, ушли. Как, собственно, и по всему городу. Воды, идем дальше. Тут я вроде ничего не заметил. На втором, на третьем этаже. Капец. А представьте, вся эта конструкция, она же горит. Развалится в воздухе просто. Костюмы? Я туда хочу. Ого. Да, бардак полнейший. Качество. Но мы видим качество. В подвал все ушло. Так, это что? О, три отмычки дали. А купили? Отлично. Уже не зря сходили. Потому что что-то интересное. Блин. И сразу их потрачу, походу. Я, честно говоря, не припомню, чтобы я где-то видел этот код. Можно было применить. Ну ладно, будем знать. Хотя я вроде бы все обошел.
из того, что было возможно. Открыл все, что можно было. Не знаю, зато у нас 240 монет. Прикольно. Это нам пригодится явно, потому что мы улучшаем пушки. Плазмиды по большей части не улучшаем, потому что они и так неплохие. Но, тем не менее, 2-3 основных серьезно прокачали. Fancy putting those lockpicking skills to work? Look at it, Whirl. It's done. Здесь мы были. Офигеть. Это мы такой круг сделали. Ну-ка. Прикольно. Кто бы мог подумать. Потому что здесь мы уже воевали где-то, наверное, час назад. Здесь бегала здоровенная горилла. Круто. Смотри, как бегает. Такая. Так, ну и где-то здесь вот сейчас мы выйдем. И у меня сорвало резьбу. Я пошел исследовать. Сейчас пойдем прямо по сюжету, потому что обошли все, вообще все полностью. Здесь на пирана нас напали. Огребли. Закономерно. Так, вот оно. Нет, вот оно. Тоже нет. Там дальше за поворотом будет оно. Здесь все уже обнюхано. Вдоль поперек. Да, вот эта статуя. И там у нас была отвилка направо. Мы пошли, сделали здоровенный круг. Там, кстати, была лаборатория какая-то закрытая, но мы ее не могли открыть, потому что там решетка была. Видимо, туда мы придем попозже. А здесь мы обошли все. Так, а тут что? Beyond that gate lies Comstock House. Ну пошли. Чё уж. Lady Comstock, how lovely to see you. Wonderful of you to make the journey, especially considering your past 19 years ago. Lady Comstock. The dress. The thing has mistaken me for my mother. Да не платье, нет. Тут не в этом дело. Your fingerprints do not seem to be your own today, Lady Comstock. Are you unwell? This isn't going to work. I think it can. Your mother's dead, Elizabeth. Yes. I think it's time I paid my respects. Let's head to where she's buried. У меня в чем-то закралось подозрение. Ну, я пока не буду говорить о нем. Хотел сказать, но вдруг это будет на самом деле спойлером. Что все совсем не так просто, как кажется. И Элизабет на самом деле... Ладно, неважно. Так, куда идем? Понятно. То, что мы не по сюжету тут мотались, это нам зачтется теперь, потому что... Потому что все уже мертвы. И кстати, вот тут мы тоже не были. Мы пошли вон туда. Здесь. Здесь что? Здесь была ярмарка, помните? В самом начале игры. Going. Come on. What are we looking for? Дробовик. Что-то я не воевал особо. Хочу. That one. Now. There you go. Поливалка. Нормальное такое название. Для автомата. Скорее даже для пистолета-пулемета.
автоматы в те времена еще не изобрели. Пистолеты-пулеметы, те были довольно корявыми. Хотя, подожди, 1912 год, тогда еще и пистолеты-пулеметы не изобрели. Там были вот эти вот восьмиствольные такие, которые вот крутишь как шарманку, оно и происходит. Вот такие вот, кстати говоря. Пусть пока будет, если кто серьезнее полезет, достанем. Мне просто не нравится с собой такую бандуру таскать. Увидели? Когда у него убрал, у него лицо дернулось. Ну-ка. Ага. Прикол. Вернись. Блин, ты не можешь. Короче, когда у них что-то берешь, у них подергивается лицо. Это смешно. Крайне смешной баг. А ты почему так светишься? Как меч джедая. Так, вот смотри. Мое лицо. У тебя нет. Это фейл. Так, ну оттуда мы пришли. Блин, музыка какая. Если будет совсем плохо, можно будет вот тут вот замышиться и сидеть, убивать всех. Хотя, если придет тот товарищ с пулеметом, или горилла, тем более механическая, то будет плохо. It's your mother's grave. They have her preserved in an airtight chamber. Her fingerprints will get us into Comstock House. She's your mother. A mother who abandons their child doesn't draw a lot of sympathy in my book. Take a moment to think about what you're doing. There. Will you open the door, or do I have to go in without you? Ну пойдем. Цинично, но что поделать. Похоже. It's her. How are you, mother? All locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it. Оп. Блин, я же испугался, подумал. You chose to follow a false shepherd, and he has led you astray. Ох. What I do for love. Блин, что делать-то? Elizabeth, are you all right? Where did she go? Hold on, you need to rest for a minute. No, I'm getting that hand. Elizabeth, why is your mother a ghost? She's not. He used me to power that device. He opened up some kind of tear. Why did you? Ну просто пипец. Да так не бывает, а это просто пипец. Я в шоке. Я хочу эту штуку. Мне она нужна уже. Давай. Ба. Это неожиданно. Теперь я могу сказать, что в этой игре с нами происходило вообще все.
Слышишь себе звук? Давай, давай. Ой, не подходи ко мне. Я боюсь тебя. Ой, ух, какой капец. Да, тихо ты. Да. Пиздец. Блин, мне страшно. Ай, как не вовремя. Я начал косить. Жим, жим от нее. А дурная какая-то. Будет хорошо. Нормально так. Так, по-новому и по-новому воскрешает. Да испо на мать. Сдохнешь ты уже, нет? Давай, Соли. Короче, с тобой нужно по-другому, я так понимаю. Хорошего ты не хочешь. Ай-яй-яй. Какого черта, какого черта? Давай уже как-нибудь. Почти готово. Да что ты делаешь? Сдохни уже, сдохни. Слушай, она почти несла. Ну давай уже, ну. What am I? Вот это было. Source of my power? But what is she? Alive or dead? Why do you ask me? I mean, the delicious question is when. The only difference between past and present is semantics. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. If we could perceive time as a true loss, what reason would grammar professors have to get out of bed? Like us all, Lady Comstock exists across time. She is both alive and dead. She perceives being both. She finds this condition disagreeable. Perception without correction. Они очень похожи. It's a dangerous combination. Look! Footsteps. She goes to unfinished business. We have to follow her. Convince her to open the gate to Comstock House. Да, ребята. Это было что-то. Где следы-то? Ты видишь? Фу. Найдите шифровку глаза. Основной у нас задачи пока нет, да? Ну, тут не задача произошла с гробиком. Как я вижу. Не знаю, тут теперь сюжет просто совершенно безумный какой-то стал. Это хорошо на самом деле. Мне это нравится.
Так, ладненько, ребята у нас исчезли. А мы? А что делаем мы? Возвращаемся, что ли? Прикольно, вот это было. Блин, я просто понять не могу. Вот, подожди, нет. Вот она, моя родимая. То есть это что было такое вообще? Какой-то отпечаток сущности? Или это на самом деле призрак был? Или какого черта вообще? Или это остаточная энергия? Слышали, что она кричала? Frankly, she doesn't seem all that cooperative. There is a way to bring her to reason. Three truths you must discover first. Truths which, in this world, Comstock has destroyed. If only one of you had the power to alter time and space. That would be a blessing, wouldn't it? Hmm. Well, they're sarcastic. There's something off about Lady Comstock. Yeah, I noticed. Да ты что? No, you don't understand. She doesn't belong here. I brought something through. I'm not so sure it was her. Жуть. Это, я думаю, знаете, кто нас приведет к той лаборатории? Вот это вот. А тот след я даже не знаю. Ну что, остановилась. Странно это все, однако. Непонятно. Загадочно. Так, куда идем? Живой еще что? Давай. Much obliged. Да кого там мучают? А, это мои поставили же. Как тебе моя прокачанная пушка? Короче, тут даже исследовать особо смысла ничего нет, потому что мы тут все уже исходили. Но теперь вот эта вот лаборатория открыта. Меня это радует, потому что это очень интересно. Небольшой такой open wall. Can you get this open? Давай. Прикольно, мы здесь оставили ловушку, сколько времени прошло, она все стоит. И сработала как надо. Да, Лиза. Твоя мама прескверный характер. Что здесь? Подожди, что там? Точка. Круто. Хоть одна. Так, вот и первый разрыв. Что это вообще такое? Лаборатория, лавка и банк. Там мы были. Осталось просто вернуться туда. Разрыв есть здесь. Или мы ищем три разрыва? По-моему, три. Хорошо, это мы успеем включить. Подожди. Сначала осмотримся. О, прикольно. Хлебушка с сыром. Ом. Ом-ном-ном. Та-та-та. Вот. Вот ради этого я сюда пришел. Так, рыночный квартал. Кажется, Комсток стал стерилен из-за нашего изобретения. Упс. У меня есть теория.
как гены родителей ослабляют друг друга, соединяясь в ребенке, так и множественные реальности в соединении обезличивают наш мир. Человек теряет то, что делало его уникальным. Нормально. Я так и думал, что это до добра не доведет. Comstock seems to have been made sterile by simple exposure to our contraption. A theory. Just as sexual reproduction can de-emphasize the traits of each parent, so goes the effect of multiple realities on our own. Your traits dissipate until they become unrecognizable or cease to exist. Не, ну так подумать, да, по сути, что все ждали от BioShock Infinite? Все ждали еще один BioShock, на этот раз не под водой, на этот раз в небесах. На деле же игра совершенно, ну, не только и не столько про этот город, сколько вообще про вот эти вот теории параллельных миров, разные версии реальности, разные события. И именно когда понимаешь, что разработчики нас маленько обманули специально так, тогда и понимаешь, насколько ты любишь эту игру. Потому что она уникальна. Так, уже 909 год. Comstock сломал наше изобретение, однако мы не умерли. Теория. Мы рассеяны по пространству вероятности. Но мой брат рядом со мной, и потому я спокойна. А вот он нет. Это дело с девочкой осталось незавершенным. Но, возможно, есть человек, который довершит начатое. То есть, вы понимаете, это похоже их дом. Именно здесь они, похоже, и мутили все свои эксперименты. Perfect. Элизабет, подвиньте, пожалуйста. Хорошо. Ладно, давайте уже разрыв откроем. Прикол. Давай, открывай. Элизабет. You are! That's my mother. I assure you, madam, my sexual interest in your dear prophet is non-existent. And madam won't have us. Furthermore, the man is quite sterile. It's a lie. Come here, you little bastard! I want her out of my house! That they decided to imprison. She deserves whatever Comstock did to her. Все страннее и страннее. Ну, на самом деле, я все-таки подтверждаю своих догадках, похоже. Леди Comstock уверена, что ребенок – результат внебрачной связи между мной и ее несравненным пророком. Я рассказал ей правду. Ребенок возник из нашего изобретения. Но ей, похоже, проще поверить в свою выдумку. What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong here? She's almost feral. It's like she's a reflection. I don't know. Давайте послушаем. Lady Comstock seems to believe the child is a result of some errant act of carnality between myself and her beloved prophet. I told the poor woman the truth. That the child was a product of our little contraption. But I think she found that less believable than her delusion. Так, ну все, пойдем. У нас осталось еще два прорыва. Никто не пришел. Короче, я что-то совсем перестаю понимать, что такое вообще Элизабет. И какого черта? Так, нам нужно... Не помню где, но сейчас, я думаю, найдем. Здесь никого. Один в банке, один... Где еще один? Вообще не помню, из головы вылетел. Учитывая, что я сижу за этой игрой уже пятый час, всякое может быть. Да, просто шестиугольный уже.
Не просто треугольник, но шестиугольник. Но я не могу оторваться. Это слишком круто. Так, хорошо, банк у нас вверху. А, нет, подожди, он же вон там. Вон там он находится, насколько я помню. Ой, откуда ты лёг? Тихо-тихо, ребята, не так это все делается. Для начала вас нужно... где она? Поднять воздух. И кроме того, потом поджечь. Это будет вам очень даже так приятно, я думаю. А, горит. Офигеть, вас тут нажало. Давай. Все. Залезем на крышу пока. Ну, ладно. Сам упрятался. Ой, спокойно. Не нужно этого. Хорош. Тихо. Идем. Блин, не вижу. Нет, тебя-то я вижу, я хочу ворона того убить сначала. Ладно. Давай, лети вниз. Catch! Now! Catch! Да, против него это не сильно. Зато вот это вполне себе. Так, хорошо. Блин, местные перестрелки из-за вот этой многоэтажности. Из-за того, что они сделаны именно с головой, воспринимаются просто на ура. В Крайзисе третьем тоже было много многоэтажных боев, но там все выполнено было. Как это у Край так принято. Очень красиво, но через жопу. Поэтому играть было не очень интересно. Чисто ходили, смотрели на графон. Ну, временами там сюжет, конечно, эпичный, такие коленцы выкидывал. Ты посмотри, когда мы тут последний раз были, здесь такого бардака не было. А теперь... При всем уважении к Crytek, к их серии Far Cry, первой части она мне очень нравилась. К их игре Crysis, которая мне не нравилась. Первой части очень нравилась, второй. И так поставило ощущение такого аддончика к третьей. Но после BioShock эта игра выглядит просто как детсад с красивым графоном, который, собственно, и был создан только для того, чтобы показать графон, который умеет делать Crytek, чтобы они могли продать свой движок. Ну, не только, конечно, но вы поняли. Денег-то они с Crysis неплохо поимели. Еще от производителей видеокарт. PC Gaming Alliance, он приносит бабосы. Так, хорошо, поехали. Что-то мне не туда понесло-то. Лифт раньше не работал. О, сейчас опять будет мясо. Open it. Так, ну хорошо.
Да ничего не надо. Хотя патроны... Нет. Давай. Ой, косой, ой, косой. Нормально. Сколько у вас? Но. Прилег. Он у меня прилег. Нет, ни за что. Парень тоже, да? Недолет. Ладно. Смотри, какая дверь. Окей, catch. Сломали девушку. Ну, было достаточно просто. Обычно бывало сложнее. Так, нагреватель. Не буду брать. Мне так все нравится. Не, вот эта вот связка оружия. Вот это для дальнего боя, вот это для ближнего. Это, по-моему, просто идеально. На мой взгляд, конечно же. Пулемет мне тоже нравился вначале. Но один выстрел, один труп, это, по-моему, круче. Так, неужели я здесь не пропустил какую-нибудь отмычку? Ведь наверняка же пропустил. Ну, почти. Монетки. More money. Сейчас. Okay. Так, отлично. Что там было? А, это пистолет. Я кругом уже отмычки вижу. У меня болезнь уже. Я хочу кругом находить отмычки. Но пока что-то не прет. Сколько всего? Посмотри. Денег, уже две штуки. Что там, Элизабет? Так, куча оружия. И, ну, давай. Они, похоже, чувствуют, что у меня уже отмычки кончаются. Начинают такие легкие задачки давать. 100 монеток. Прикольно. Соли. Но, к сожалению, пока отмычек не нашли. Ну ладно. Так, что еще? Наверху там, по-моему, ничего больше нет. Хотя какие-то двери. Ну-ка. Take your time. I'm fine down here. Это не открывается, к сожалению. Да это, скорее всего, тоже. Ну да. Так, все проверили, можно идти вперед. Footsteps seem to go down to the vault. А тут что? Наверняка же кто-то есть в этой картотеке. Во, прикольно. Ну-ка.
Я думаю, это просто приведет на балкон. А нет, вообще никуда не приведет. Смотри, как красиво. Да. Ну-ка, подожди. Похож на Фонтейна. 50%. What's that? 50% of everything people earn here goes right to Comstock as a tithe. I gotta get me a job in the profit business. Три отмычки. Супер. 50%, ты посмотри. Насчет Комстока я тоже уже кое-что думаю. Тоже говорить не буду, потом просто скажу, был ли я прав или не прав. Ох, японам, а что тут было-то такое? Держали оборону. Банковская охрана. Да. Не смогли, похоже. Атлантический шторм при убийстве противника с аэротрассы у вас на краткую неуязвимость. Да нет, просто возьму. Хотя да, ладно, возьму. Еще три отмычки. Круто набрали. Нормально. Так, а тут что? Тупик, я думаю. Here you go. Давай. Что значит hoarder? Alright, let's see. Type three letters to spell the voice. Three letters. V-O-X. Try the typewriter. Так, а вот сюда мы, видимо, нашли этот код. Ну, давай попробуем. Оба. Why that somewhere else? Прикольно. Я так и знал, что это где-то здесь. Чувствовал прям. Поливалка нам не сильно нужна. Еще отмычки. Блин, отмычка надавали-то. Финансовый район. Леди Комсток. Я знаю, что пророк лжец. Но он не может лгать. Понятно. Я знаю, что пророк убийца, но он не может совершать подлые действия, подлые убийства. Ведь если один Господь знает, что будет, зачем он открыл грядущего лжецу и убийцу? Блин, я уже втыкаю. Совершенно уже выжатый. Поэтому сейчас, наверное, будем завершать. Так, больше солей. Сейчас увидим какой-нибудь чекпоинт, и, в принципе, наверное, сегодня все. Потому что после 5 или уже, наверное, 6 часов в эту игру я как выжатый лимон. Мне охота дальше продолжать, но я уже просто вижу, что... Просто для себя бы я еще сел играть, но когда с вами, нужно как-то комментировать это все. И... Короче, языком шевелить, а это не так легко. Встал. О, что это было? С вороньем этот. Окей, нам сюда, значит, мы сюда пойдем. Как обычно. Ничего, кроме денежек. Блин, я хотел бы, чтобы эта дверь была открыта. А жаль. Хотя, вы знаете, мы сейчас туда зайдем, и, наверное, с этой стороны на нас побегут враги. Почему-то есть у меня такое ощущение. Обычно я в играх такие моменты предсказываю. Капец. Чё?
Вот увидите. Снайпер, говоришь? Окей. Да не бойся, все будет хорошо. Норм. И нет снайпера. Так, окей. Это был красивый бросок. Мне понравилось. Так, вранье где? Отступило. Похоже на то. Found some money. Okay. Блин, далеко идем, да? Беги, беги. Далеко не убежишь. Спина. Че, фонарил там, что ли? Вот он. Блин, да что ты делаешь? Давай, подождем прихода этих поганцев. Сначала возьмем вот эту штуку. Че это? Брошенное оружие на несколько секунд создает призрачного союзника. Прикольно. Только я браслета ничего особо не хочу, но ради такого дела придется. Ну, давай. Блин, сколько тут всего. Сначала нужно его убить, а потом уже... It's locked. Let me have a look. Got it. Так, хорошо. Еще деньги. Леди Камстук. Хранилище. Люц говорит, дитя порождено не ею, а наукой. Не знаю, чему верить. Божественности в ребенке не больше, чем во мне. Как тогда воспринимать пророчество мужа? Он просит меня хранить молчание, но я могу даровать ему лишь прощение. С раскаянием приходит истина. Больше я не в силах терпеть эту ложь. Да. Я бы тоже не поверил. Наука родила. Ага. Так, ну, в принципе, давайте уже трогать этот, наверное... Разрыв, потому что это воронье не вылезает, как я вижу. Боится, что ли? Это зря. Что ты там хочешь? Не расслышал. Все? Окей. Давай, открывай. And if I do this sabotage, all their patents, all of them, Mr. Fink. Now, why does the Prophet want these two killed? For the same reason Lady Comstock lies buried. Child. And why does he want me to do it? Because only you can make it seem an accident. О, как.
Нормально. I don't think that's the real Lady Comstock. I think she's a combination of herself and my feelings towards her. What do you mean? I'm just so angry at her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. I'm not even sure I understand it myself. Окей. Так, ну что, сам Комсток. Архангел сказала мне, что только мое потомство сможет уберечь Колумбию от гибели. Но леди Комсток не приносит наследника. Я сделал все, что может мужчина, но мои усилия бесплодны. Я просил совета у Люц, но даже она не может помочь. Ну так, ты же у нас стерилен. Что происходит? Какие приятные звуки. Ну что, давайте на этом закончим. Наверное, в следующей серии будем искать последний разрыв. Типа... Это опять ты? Ой, блин, что-то я не хочу туда идти. Похоже, с ней сейчас опять придется воевать. В общем... Ой, да подожди. В общем, увидимся в следующей серии. Мне нужно маленько передохнуть, потому что язык просто не на ключе уже, а тупо на полу. Ну, тем не менее, это, по-моему, было очень интересно. Эта серия мне понравилась даже больше, чем предыдущая, потому что именно такой фриплей. Ходишь по городу и познаешь что-то сам. То есть именно то, что ты найдешь, то и происходит. Это круто. Фриплей, он всегда был крут. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.